Страшная авария в Нижегородской области. 5 человек, в том числе и маленький ребенок, погибли. ДТП произошло на трассе Нижний Новгород-Саратов. По предварительным данным, водитель легковой машины, в которой находились 6 человек, на большой скорости потерял управление. Машина начала вилять, а затем на встречной полосе врезалась в фуру. Из 6 человек выжил только один, остальные погибли.